Это обделенные судьбой люди грелись у костра. Это, видимо, потому, что холод в жилище выгнал их на улицу. А чего же нас-то переписывать? У нас ведь нет ничего. Вон, который день лежит не емши. Может, теперь и не встанет. Агафья, Агафья, вон. А сама-то она кто же? Она была распутная, а теперь никто не берет. Вот и взять-то и негде. Агафья. Ну чего, чего надо, Глика? Так вы что же, совсем не ели ничего? Вчера с ней ела, сегодня не ела. Ну, исход возьмите. Батюшка, а мне-то ничего не дадите? Да, да, да. Сохрани вас, Господь.